Всем привет, друзья! В этом видео рассмотрим вопрос, когда же переобуваться на зимнюю резину. Впереди зима, все понимают, что до этого периода нужно переобуться. Но когда же именно нужно сменить летнюю резину на зимнюю? Производители шин рекомендуют, когда среднесуточная температура 5-7 градусов, вот это тот период, когда уже можно менять летнюю резину на зимнюю. Зимнюю резину не стоит эксплуатировать, если среднесуточная температура выше плюс 10 градусов. Почему это так? В первую очередь потому, что при такой температуре 5-7 градусов ваша летняя резина не такая эластичная, и она может не справиться с возможными нагрузками. Зимняя резина, в свою очередь, свыше 10 градусов быстрее изнашивается. Она намного мягче летней резины, поэтому скорость износа ее в 2-3 раза быстрее. Поэтому смотрим на градусники, смотрим прогноз погоды и меняем резину. Всем, кому информация была полезна, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Буду очень благодарен.